7 апреля – один из самых значимых православных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. Его название передает главный смысл связанного с ним события – возвещение Деве Марии Благой Вести о зачатии и рождении ей Богомладенца Иисуса Христа. Возлюбленные братья и сестры, хочу сегодня всех приветствовать с великим 12-м праздником Благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Хочу побажати, чтобы мы також мали таке терпіння, мали таку кротость, як мала Пресвята Діва, після того, коли Архангел Гавриїл сказав їй, що радуйся, благодатна, благословенна ти в жінах, тобто благословенна ти серед жінок. І на ці слова Пресвята Діва сказала, що я, раба Господня, буде по слову у тому. Тому бажаю, возлюбленные братья и сестры, щоб ми мали таку кротость, таке смирення і таке терпіння, як мала Пресвята Владычица наша Богородица. В Святопокровском храме села Боевое торжество в честь праздника объединило прихожан храма, учеников и родителей школ района. Приехали на праздник и маленькие воспитанники детского дома «Солнышко». Детям очень нравится. Дети, ну, видите, во-первых, здесь очень благодатное, ну, как отношение к нам и вообще сама атмосфера. Все, ну, в общем, как мы сюда приезжаем как домой, как у себя, как будто у себя дома. Нас все встречают. Да, на все праздники мы стараемся организоваться и выехать, вывести деток в храм. Здесь всегда очень хорошие отношения, деток ждут. И детки довольны, уезжают, всем нравится. Да, я не хотела даже уходить из храма. В этом празднике с небес до Божьей Матери принесли благую весть о том, что она родит Иисуса Христа. Службу провел благочинный Володарского округа настоятель Свято-Покровского храма протоиерей отец Владимир. Батюшка отметил, что хотя этот праздник приходится на дни Великого Поста, в православных храмах и соборах проходят торжественные богослужения. Активное участие в подготовке и проведении праздника принял приходской совет храма во главе с председателем Юрием Чернавским. По окончании божественной литургии воспитанники воскресной школы выступили с театрализованной постановкой. Затем все прихожане вышли во двор храма, где малыши выпустили в небо воздушные шары с бумажными голубями, на которых дети написали свои самые сокровенные желания, а взрослые выпустили на волю живых голубей. Хочется поздравить всех с этим теплым праздником, с праздником Благовещения, праздником чуда. Именно чудо движет нами, двигает нас вперед и радует нас смотреть с оптимизмом в будущее. Также для всех верующих, посетивших торжественное богослужение, приходской совет храма подготовил праздничное угощение – традиционную выпечку фигурки птиц в виде жаворонков.